От Варшавы до Смоленска 800 км в час лету. В 9:15 по московскому времени в Смоленске благополучно приземлился первый польский самолет Як-40 с журналистами. В 9:23 Ту-154М вылетел из Варшавы. В 9:40 в районе аэродрома образовался густой туман. В 10:20 президент Лех Качинский позвонил брату Ярославу с борта самолета Ту-154 за 36 минут до трагической катастрофы, рассказал Адам Белан. Ярослав Качинский спросил брата, приземлился ли он уже с делегацией в Смоленске. Президент ответил, что пока нет, но уже скоро. Самолет Ту-154 вышел из зоны ответственности белорусских диспетчеров в 9:22 по местному, в 10:22 по московскому времени. Примерно в 10:30 по Москве президента ждали на аэродроме Северный в Смоленске. Диспетчеры заблаговременно предупредили экипаж Ту-154 о плохой погоде и предложили посадить самолет в Минске, Витебске или Москве. По словам первого заместителя начальника главного штаба ВВС России Александра Алешина, когда самолет был за 1,5 километра до аэропорта, руководитель полетов заметил, что экипаж увеличил вертикальную скорость снижения и начал снижаться ниже глиссада. Он дал команду экипажу перевести самолет в горизонтальный полет, однако пилоты не подчинились. На высоте 0,3 метра, а у нас 21 метр. Только посадка у нас. На приеме разданного сервиса. Все по команде пока. Пока работаем. 259, магнитный курс. И скажите меня, Диму скажите. Окей, Димка 8 километров и 744, Диагональ Альфа 703, и нам надо снижать. В результате Ту-154 отклонился от траектории по высоте и в сторону. Самолет сделал 3 захода на посадку, а на четвертой попытке опустился на недопустимо низкую высоту, ударился о дерево, перевернулся, упал и загорелся. В 10:56 произошла катастрофа. Траурные мероприятия, на которых ждали Качинского, были назначены в Катыни на 11:30.